Ну а перед началом этого видео я бы вам хотел порекомендовать канал LEGOSPRO. Если вы смотрите это видео, то скорее всего вы увлекаетесь LEGO. А на этом канале вы сможете найти LEGO Звездные войны, Ниндзяго, множество самоделок и даже анимаций. А также тут даже есть технолог. Поэтому я вам крайне рекомендую подписаться на этот канал. Ссылка будет в описании. И всем привет, с вами Клонги Блэй. Сегодня я вам покажу моего самодельного Энакина Скайуокера из Звездных войн. Вот, он самодельный. Вот так вот выглядит. У него обычные коричневые, темно-коричневые ноги. Джедайский торс с коричневыми робами. Ну, меч обычный, голубенький. Вот. Как они были во втором эпизоде. В третьем они были более насыщенного цвета. Вот, типа... такого не были. Вот лицо тоже, по-моему, из Звездных войн, но я сейчас не помню. Волосы я взял из Лего Сити, они были в каком-то там, по-моему, наборе, я уже не помню в каком. И плащ от Оби-Вана Кеноби, который из, сейчас вам даже покажу, вот он. Видите, он у меня без плаща. У меня на самом деле таких два, видите, один с плащом, а второй без, потому что я ему его плащ отдал Энакину Скайуокеру, вот, который сейчас у меня упал. Вот. Волосы, как я и говорила, это из Сити, но на самом деле они довольно частые, то есть вот они встречаются и в таком светло-коричневом, и в темно-коричневом, и в черном, может еще в каком-то, я не знаю. То есть я их даже не красила, они такими изначально и были. И, в принципе, они ему очень подходят и похожи на то, что было в фильме. Ну, я буду заканчивать свой видеоролик, и всем пока!